У работников жилищно-коммунального хозяйства горящая пора, как, впрочем, и круглый год. Ведь продолжается месячник наведения порядка на земле. Но, несмотря на занятость, эти люди нашли возможность, чтобы собраться в уютном зале Дворца культуры города Солигорска и в творческой атмосфере отметить профессиональный праздник. Самое первое поздравление не было выражено словами. Юные солигорчане выразили его танцем. Присутствующие в зале дети, которые пришли с мамами, бабушками и сестрами, чтобы сообща отметить профессиональный праздник, поделились своими мыслями о том, насколько важны профессии коммунальников и как солигорчане могут помочь им в ежедневном нелегком труде. Я пришел на день ЖТХ, чтобы поздравить свою маму. Удачи, зарплат побольше и там... Побольше выходных. Да. Ну, я всегда беру совок и метлу подметаю. Если дворников не будет, то на улицах очень-очень грязно будет. В детских устах звучит истина. Маленькие жители шахтерской столицы знают о том, как сохранить чистоту родного города. И прекрасно понимают, насколько важен труд работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. О чем часто в своих поступках забывают некоторые взрослые. Но на торжественном мероприятии значимость этих профессий осознавал каждый. Мне очень сегодня приятно стоять на этой сцене и от имени и районного совета депутатов, и районного исполнительного комитета, и от себя лично. И самые теплые слова благодарности просил передать вам наш председатель Римашевский Александр Брониславович за ваш труд, такой обыденный и такой незаметный, такой нужный и такой необходимый. Конечно, отрасль и бытового обслуживания, и жилищно-коммунального хозяйства самая-самая сложная, потому что вы поддерживаете тепло, уют, порядок в самом родном жилище, в доме. А наш город Солигорск, наш Солигорский район и вся наша территория, и дворовая, и квартирная, и домовая – это все наш дом. И так хочется, чтобы в этом доме был уют, порядок и тепло. Слова благодарности за труд звучали со сцены. На мероприятии речь шла о 5 значимых предприятиях Солигорщины. ЖКХ-комплекс, Солигорск-водоканал, эко-комплекс, расчетно-кассовом центре, Солигорском районном комбинате бытового обслуживания населения. Вручались и награды. Герои праздника, трудящиеся на благо солигорчан, заслужили самые теплые и искренние поздравления. Благодаря вам, каждый житель нашего района, Солигорского и Солигорского района, вставая утром с кровати, получает массу удовольствия от того, что есть горячая вода, от того, что есть тепло, уют в квартире, от того, что у нас чистые и ухоженные улицы, цветы кругом, от того, что вовремя вывез мусор. Большое вам человеческое спасибо за то, что вы делаете этот нелегкий труд. Ваш труд бесценен. От того, от вашего профессионализма, ответственности зависит настроение наших горожан, качество предоставляемых вами услуг. Огромное вам за это спасибо. Хочется пожелать вам крепкого здоровья, душевного равновесия, огромного счастья, удачи вам и вашим близким. На торжественном мероприятии были представлены и фильмы, отражающие деятельность предприятий, виновников торжества. А в завершении праздника на сцену пригласили их руководители, чтобы вручить награды за успешное руководство в этих нелегких сферах. Каждый из руководителей отмечал, что успешная деятельность предприятий – заслуга, в первую очередь, коллективов. Еще необходимым произнести слова благодарности и признательности своим работникам со сцены. Название мероприятия для всех и каждого отразило суть профессий, связанных с бытовым обслуживанием населения, жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройством. Для всех и каждого трудятся работники этих предприятий. Номера культурной программы стали творческим поздравлением. С помощью песен, танцев, юмора и сценических образов дарили хорошее настроение профессионалам своего дела деятели культуры.